завершились бесплатные курсы татарского языка. В них приняли участие более 800 человек. Все подробности в сюжете нашего корреспондента Елизаветы Никитиной. Бесплатный курс татарского языка одновременно проходили на трех площадках Казанского университета – в Казани, Набережных Челнах и Елабуге. На протяжении трех месяцев люди совершенно разных возрастов знакомились не только с языком, а также с его историей, традициями и культурой татарского народа. Участники обучались татарскому по трем уровням. Во всех группах занятий проводили высококвалифицированные преподаватели Казанского университета, имеющие опыт интенсивного обучения языкам. На курсе татарского языка посетители изучали татарский язык, лексику татарского языка, конечно, и грамматику, потому что без грамматики учить язык невозможно. В основном пользовались коммуникативным методом. Мы старались учить наших посетителей, курсистов, говорить на татарском языке. Работа педагогов помогла преодолеть языковой и психологической барьеры, побороть страх и научиться говорить по-татарски в пределах тем, предусмотренных программой. Каждый, я думаю, достиг своего желания. Кто пришел, ничего не зная, освоил минимум А1, мы говорим, это минимальное знание татарского языка. А кто пришел усовершенствовать свои знания татарского языка, они тоже добились своей цели. После завершения курсов обучающимся были вручены сертификаты Казанского университета. Бесплатный курс татарского языка планируется продолжить осенью. Елизавета Никитина, Ленардо Влетьяров, Универньюз.